Михаил Ефимович Николаев сделал очень много для якутян. Он основал медцентр и также зоопарк Ортодойду и, конечно же, всем известные дети Азии. Суверенитет Альбахан Ордогожетта. Альбах Паллади в 90-е автономия Теребита Хаябута, в частности, мента Оховерам, это Михаил Ефимович Николаев, Теребита Скола Тагар, Актемский технический лицей, на Нубитарбитым, на целевой программе, это Михаил Ефимович Николаев, Теребита Ол, Намбара Москва, Верненка, Альбитым, Малая Академия Наук, Таурку, Таленский край, Михаил Ефимович Николаев, Теребита Ол, на частах Джертвит, Скола Камигар, на стадион на Арбалы Галарине, Альбах Паллади. Ну, в целом, время тогда было крайне сложное в Оллади. И то, что человек с таким характером и с таким решительным настроем встал во главе республики, это было, конечно, крайне полезно. Это оценивается в качестве недропользования, то, что в то время все недры должны были принадлежать и народу республики Саха-Якутия. Вот. Но, к сожалению, этот момент, конечно, сейчас чуть-чуть видоизменен, но чисто то, что он сделал, это было правильно. Лидер, менеджер, очень классный, хороший управленец был и, в целом, очень харизматичный. И то, что такой человек в то время встал во главе республики, это очень было хорошо и круто. Я с ним очень тесно связана, потому что я была художественным руководителем президентского хора мальчиков. Мы неоднократно ездили в Санкт-Петербург, Москву, Болгарию несколько раз, в Испании, в Барселоне, во Франции, в Италии. И это было все за счет республики. Понимая то, что в то время очень сложные были времена и в финансовом плане, и вообще во всем, практически в бытовом. Можно сказать, очень благодарна ему, потому что я сама прямо столкнулась именно с его помощью. И эти дети сейчас им по 30 с лишним, у них его в основном у всех свои семьи. И очень все благополучные ребята стали. Самая яркая звезда оттуда, мой ученик, это Чернецов Гриша, который сейчас в Мариинском театре является солистом. Если бы не Михаил Ефимович, он бы не выбрал эту специальность и вообще не пошел бы в творчество. Он очень же много сделал для республики. Это не объятие, то, что он сделал и в такие сложные времена для нашей, не только республики, но для всей страны, да. И вот лично, как я с ним вот сталкивалась вот в таких моментах, я безмерно ему благодарна и вспоминаю его, и все мы, я думаю, вспоминаем его как очень яркую личность, которая рождается 100 лет один раз.